«Вакцина – это гарантия жизни», – сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Коронавирус никуда не ушел, и угроза все так же высока. Избежать возможных тяжелых последствий, поберечь себя и близких поможет вовремя сделанная прививка. Ее по-прежнему можно сделать бесплатно, записавшись в медучреждение через портал госуслуг по номеру 122 или в МФЦ. Мобильные пункты вакцинации прививают всех желающих в торговых центрах, в клубах «Активное долголетие». При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.